Ну что, alright. Привет всем, кто присоединился. Это очередной эпизод Modular UA Demo Streamed. И сегодня он посвящен клону фильтра Муга от тусовки или, может быть, даже компании Machine Room. Вот он здесь. Называется 204D-VCF. Я так понимаю, что это клон соответствующего модуля муговской модульной системы. И начнем с... О, да. За эту неделю не так, чтобы много чего-то произошло, поэтому новостей сегодня, к сожалению, не будет. Переносим новости на следующий раз. Привет. И немного о модуле на словах, до дела, так сказать. Говорят, что это достоверный клон мини-муга. Фильтр трекает... около 4 октав на входе 1 вольт октаву. Собран вручную. Покраска и печать плат тоже вручную. Покраску отмечу особо. Не знаю, видно ли на видео, но она такая, как на старых мугах. Такая немножко с... текстурой приятная, такая на вид очень устойчивая или износостойкая. Очень понравилась панель. Да, и сами платы тоже вручную сделаны. Будет их в районе 20 штук, небольшой тираж, потом что-то будет другое, что в принципе интересно. Потенциометры, все очень мягко ходит, мягко и приятно. Покраска, нанесение вот этих вот надписей тоже приятно глазу, мне понравилось. Типичный 24-децибельный на октаву фильтр. У него есть несколько входов CV, два входа аудио, отдельный control M-phases, это муговское название, по сути, резонанса.
И, конечно, главная кнопка котов. Привет, кто присоединился. Сама панель, она нечетного размера ХП. Вот, например, я рядом прикладываю Ultra Random Analog от SSF. И получается 11 ХП или как-то так. Или нечетное количество ХП. Не знаю, может быть, кому-то это важно, у кого система, скажем, заточена под четное количество ХП. Вообще говоря, он не очень глубокий, поэтому станет, думаю, и в скиф-систему без особых проблем. Так что компактный фильтр с классическим саундом от Муга. Привет, Антон. Да, успел. Посвипаем немного пилу. Самое такое показательное. Фильтр почти закрывается до нуля. Есть небольшой, что-то немножко прорывается, но не принципиально. Фильтр-то интересен за характер, скажем так. Где-то в конце начинает self-resonate. Не сильно резонирует на низких частотах, что иногда удобно, когда резонирует на низких частотах. Добавить резонанса в бас, например, большого, я имею в виду. Десять с половиной ХП. Да, 10.5, может быть, 10.7, сложно сказать. Ну, 11, я бы сказал так. Да, этот диод здесь, он просто говорит о том, что модуль включен. Никакой другой функциональности я у него не обнаружил. Сейчас
CV выключен на ноль, контроль, просто сам фильтр. На входе просто пила с DPO. Резонанс довольно музыкальный. Конечно, можно ожидать дроп в громкости при повышении резонанса, но это характерное поведение для большинства фильтров, кроме тех, у которых есть компенсация громкости. Таких не очень много. Привет, Алекс. Когда частота низкая и очень короткая атака, как в этом случае, есть заметный клик. Это классическая тема для фильтров и для VCA при таких быстрых скоростях атаки, когда начинается буквально с какого-то значения. Но я хотел бы отметить здесь, что этот клик, он очень консистентный, он не блуждающий, как это часто бывает, он не меняется, вот он вот какой-то, какой есть, такой и есть, что очень удобно, может быть, это как часть самой секвенции. Послушайте. Этот клик в начале, вот он постоянно один и тот же. Это очень неплохо. Йоу, Тимур. Здорово, Андрей. Thank you.
целом резонанс такой в нижних значениях довольно аккуратный. Мне нравится, когда так происходит. Вот в таких тихих местах этот клик, который вначале консистентный, он становится как часть секвенции, что очень хорошо, когда он консистентный. На втором канале у меня есть некая аудио-рейд-модуляция на втором канале с ударом. Сейчас мы ее применим к второму CV. Включил сейчас envelope. Просто без секвенции послушать модуляцию на втором CV. Audio rate. We'll be right back.
переходе, напоминаю, просто пила. Да, Олег, фильтр сегодня сейчас идет. Привет. Вот он. Machine Room 204D. VCF. На второй вход еще за направлю, скажем, вот квадрат с задаром Audio Rate. Звучит, тоже могу подтвердить. Окей, это один такой саунд, а как же будет секвенция? Остальные же не секвенцируют. Хорошо, можно добавить чего-то, но из какой-нибудь можно тоже добавить.
можно послушать свип нойза. Так раньше море и делали, наверное, в фильмах. Использовали муговский фильтр и генератор нойза. Аттенюатор CV имеет только один для CV1, поэтому остальные нужно аттенировать дополнительно. На задание это можно сделать с помощью Level кнопки. Да, Mother — это, наверное, тот фильтр, который, вернее, фильтр Mother, наверное, та штука, с которой можно было бы сравнить. Но в целом это ж можно сделать и по слуху, у кого есть Mother. Это Антон, ты что думаешь, насколько он похож? Хочу проверить трекинг вольт октавы.
есть небольшая задержка при изменении частоты и резонансный раз заводится, из-за этого есть небольшой такой клик, ожидаемо в целом. Да, будет интересно глянуть сравнение. Я не знаю, насколько оно вообще сильно актуально или нет, но возможно даже актуально. Если переходы для модуляции вольт-октавы не резкие, секвенция с небольшим слю, то клики пропадают. В принципе, тоже ожидаемо. Я не знаю, вот в Mazer 32 есть ли 3 CV-входа? 3 CV-входа — это, конечно, класс. Это экстремально, так никто, мало кто делает, но даже на моем Shipman VCF-02 2 входа. Тут 3. 3 — это прикольно. Сейчас никакого входа не поступает. В целом, не стоит ожидать прецизионного трекинга в плане скорости. Все-таки это не основная функция фильтра. Да, да, Алекс, я не посчитал вольт-октавный вход, да, там 4. Тогда да, смотрю на него и спасибо, вижу, что 4. Обычно пользуюсь просто CV1, CV2, там есть аттенюаторы. Ну, anyway, 3 CV-модуляции, то тоже вполне достаточно. Thank you.
Сейчас более сложный сигнал с DPO. Хороший вопрос, Антон. И я не знаю на него ответа, будет ли DIY-овая версия. Дело в том, что сама плата и панель, они вручную изготавливаются, поэтому сложно сказать. Шенрум говорит, возможно, DIY-версия. Хорошая новость для тех, кто увлекается DIY. Добавь драм. Да, у меня сейчас ничего не подсоединено к драму. Могу добавить брейксов. Все равно стоит послушать, как на ударке. Модуляция на входе CV2. Вот единственная критика здесь пропадает недостаток резонанса на низких частотах. На совсем низких, я имею в виду. Дальше фильтр начинает заводиться нормально, но на ультранизких нет эмфазиса. Может быть, потому Moog называют резонанс, эмфазис.
Не, не думаю, не поэтому. Не, не смогу сейчас засинхронизировать. Хотя... Олег, насчет лайва в этот раз точно нет, но спасибо за идею. Надо будет подумать, это неплохая идея, спасибо. Alright,
это был фильтр от Machine Room, клон Муга, который называется, фильтр называется Machine Room 204D VCF. Machine Room 204D VCF. И мое мнение, что очень характерный фильтр. Те, кто любит Moog Sound, им особенно, думаю, понравится. Очень прикольная build quality и, естественно, небольшое количество, значит, более эксклюзив. Прайс, по поводу прайса, будет это стоить $150, насколько я помню. Но финальное, конечно, лучше уточнять у ребят из Machine Room. Количество 20 штук ожидается пока что. Ну, потом посмотрим. Вернее, это пока что. Дальше, возможно, будут другие интересные модули или же что-то еще. С удовольствием ждем новостей. Никак не становится. Оп. Да. Окей, это был очередной эпизод Modular EA Demo Streamed, посвященный модулю Machine Room 204D VCF. Скоро выложу голосование за следующий модуль. И большое всем спасибо, кто присоединился к стриму. И увидимся в следующий раз.